Скажіть, будь ласка, я от буквально кілька хвилин тому розповідала нашим глядачам про те, що от Остап Яриш, кореспондент «Голосу Америки», він провів такий аналіз, про що писали американські видання, які точки зору заклики лунали от в американській пресі після масованих ракетних атак Росії по Україні за останні дні. А от як реагували в Німеччині? Як німецькі медіа останніми днями подавали якраз інформацію щодо от масованих атак Росії по Україні? Ну, в принципе, как бы немецкие медиа с самого начала широкомасштабной агрессии, да, 24 февраля 22 года, с самого начала, они, конечно, целиком, их симпатии целиком на стороне Украины, и они постоянно об этом пишут. Другой вопрос, что в последнее время, последние где-то там, не знаю, полгода примерно, может, чуть даже больше, в связи с тем, что война как бы уже давно идет, а появляются новые информационные поводы, например, израильско-палестинский конфликт. Внимание СМИ к агрессии России против Украины несколько снизилось. Но вот эти последние атаки, последние широкомасштабные атаки против украинских мирных городов, против украинского мирного населения, они, конечно, явились сильным информационным поводом и как бы вернули внимание немецких СМИ, немецкой публики к агрессии российской против Украины. Это заметно было, заметно увеличилось число матеріалів, упоминаний, репортажей по цьому поводу. А от як щодо заяв, які пролунали політиків і чиновників німецьких, наскільки ці заяви матимуть результати, причому найближчим часом? Ну, от, чесно кажучи, тут нічого особливо нового немає, тому що християнські демократи, к партії, которые относятся председатель комітету по внешним делам и в Бундестаге, они, в общем-то, всегда были за то, чтобы поставлять ракеты Украине. Но христианские демократы, это, они не входят в правящую коалицию, а внутри правящей коалиции зеленые были за всегда тоже за... Ну, не всегда, конечно, последние месяцы, по крайней мере, об этом говорили, о том, что необходимо поставлять ракеты Украине. Но тут уперся, у меня такое ощущение, социал-демократ и, прежде всего, канцлер Шольц, он долго как бы запрягал, потом вроде бы он очень сильно продвинулся в поставках оружия, но с ракетами что-то у него какая-то здесь пока, по крайней мере, какой-то блок. Он, видимо, очень переживает, что ли, что эти ракеты могут попасть и могут ударить по российским городам, и это может вызвать какую-то ответную эскалацию и вызовет какое-то еще, ну, еще больше количество жертв, больше, более, еще большую опасность, какой-то разрастание конфликта. По крайней мере, так они это объясняют. Вот. Ну, а тут есть момент такой, что, в принципе, у Шольца очень непопулярный канцлер, и сейчас ходят слухи, немецкая пресса об этом пишет, что в этом году его может сменить министр обороны, Писториус, который гораздо более расположен к тому, чтобы передавать Украине различного рода вооружения, в том числе и наступательные. Посмотрим, что дальше будет, но, по крайней мере, вопрос этот точка не поставлена с вопросом ракет, и я думаю, что шансы есть. Тут еще есть момент, что они, конечно, смотрят на американцев. Если бы американцы, немцы, я имею в виду, если бы американцы начали поставлять дальнего радиуса действия ракеты, то немцы, конечно, тоже подстроили. Но у немцев такой принцип «вперед баки в пекло не лезть», и они обычно следуют или параллельно, или вслед за американцами. Американцы что-то начинают поставлять, и немцы тоже. Так что посмотрим, что будет дальше. Ну, вибачте за цинізм, можливо, і нехай глядачі наші мене вибачать, але от це застереження про те, щоб не викликати у відповідь ескалацію, ну, якщо вона викличеться на українцями на себе, не на Німеччину, по суті. Тому... Знаєте, як наші люди кажуть, дайте нам зброю, ми вже далі розберемося і ми вже далі будемо воювати нею. Ми не просимо замість нас воювати, тому що розуміємо, що це, по суті, війна на нашій території. Але це така ремарочка. Пане Ігоре, а от загалом, наскільки, от якщо брати німецький політикум і представників, в тому числі, там, так, регіонів, наскільки все-таки багато лунає або дискутується, можливо, також в німецьких засобах масової інформації питання того, що варто закликати Україну і варто якимось чином от все ж таки сідати за стіл переговорів, і наскільки оце питання дискутується?
Ну, скажем так, немецкие власти и главная оппозиционная партия Германии, единодушно, я имею в виду христианских демократов, единодушны в том, что с Путиным, в общем, никаких переговоров вести нельзя. Это бессмысленно, что он военный преступник, что он человек, который не держит слова, и, в общем, бессмысленно от него договариваться, потому что все равно обманет. Вот, это, в общем-то, такой консенсус в таком, в эстеблишменте немецком. Но существуют и крайние партии, например, АФД, Альтернатива фюр Дойчланд. Это парламентская партия, да, она хотя и не входит в правительственную коалицию, с ней никто как бы не хочет иметь дело, тем не менее, это вот такая правая парламентская партия. Они постоянно воют вообще о том, что надо прекращать Украине помогать, что, значит, надо с Путиным договариваться и так далее, и так далее. Сейчас на левом фланге тоже такой появился персонаж, наверное, давно-давно появилась, просто активизировалась. Сара Вагенкнехт, она долгое время была депутатом и даже одно время лидером левой партии Die Linke, а теперь она создает свою партию. Вот она тоже активно продвигает эту идею, что, и причем еще нагло лжет, что Путин как бы готов к переговорам. В действительности Путин сам не готов к переговорам и никаким уступкам, по крайней мере, он точно не компромиссом, он не готов. Он готов к переговорам, о чем он неоднократно заявлял, фактически о капитуляции, потому что он же говорит, что цели войны остаются те же, что были изначально. То есть, как он говорит, цели специальной военной операции. То есть они будут достигнуты. А что это значит? Это значит, что он стремится ни больше, ни меньше, как к полной сдаче Украины своих позиций. Для него идея, вообще сама идея независимой Украины, она абсолютно не входит в его параноидальное сознание. В это его сознание, значит, Украина не может быть самостоятельным государством, украинцы не являются самостоятельным народом. Это у него сверхценная параноидальная идея, он не отступит. Но, возвращаясь к немецким политикам, вот некоторые из политиков немецких, как я уже сказал, на флангах таких, на радикальных, радикального направления, на радикально левом, на радикально правом фланге, они вот пытаются проводить вот эту лживую, в общем-то, версию о том, что Путин якобы готов к каким-то переговорам, но только Украина не хочет переговоров, поэтому ей не надо помогать. На кого розраховані ці заяви, чи швидше відповіді, можливо, на чий запит є ці заяви? Це розраховано на там їхнього виборця, чи все ж таки це, можливо, там якась інша причина такої точки зору, скажімо так? Ну как, причина, я думаю, що причина сугубо практически матеріальна. Я просто читаю німецьку пресу, чим далі, тим більше з'являється інформація о том, що та ж Альтернатива фюр Дойчланд, депутати від Альтернативи фюр Дойчланд німецькі, вони деякі знаходяться на содержанні фактично у Кремля. Более того, тут взломали почтовий ящик одному російському агенту в Германії, некому писателю в кавичках Сергієнко. И в этом, судя по его переписке, он просто возит деньги из Москвы, а потом раздает депутатам от АФД, он долгое время был помощником одного из депутатов, за то, например, что они устраивают судебные процессы против собственного правительства в стремлении, значит, как-то отменить решение о передаче, например, или о продаже Украине танков, например. То есть вот реально, да, пытались инициировать такой судебный процесс в суде на российские деньги. Я думаю, что и Сара Вагенкнехт тоже давно на подкормке сидит в России. Это первое. Второе, они их активно пиарят. А здесь мощнейшая, в Европе вообще, и на Западе, мощнейшая информационная кампания ведется прокремлевская. И сети тролли, сети блогеров, инфлюенсеров на зарплате у Кремля, которые раскручивают нужных Кремлю политиков и продвигают нужные Кремлю нарративы. Особенно они активны во время пандемии были, но и сейчас тоже вполне себе активны. Вот они, кстати, продвигают разные нарративы в стиле «не все так однозначно», значит, это как, да, что вами, во всем виновата Америка, это у них тоже очередной нарратив и так далее. Ну, то есть работают люди, и, соответственно, у них получается. Другой вопрос, как я уже сказал, что истеблишмент весь, то есть все четыре такие наиболее известные традиционно или в ходе главной оппозиционной партии, или в партии коалиции, это социал-демократическая партия, христианско-демократическая партия, зеленая и свободно-демократическая партия. Вот эти четыре наиболее известные традиционные партии, представляющие немецкую правую вообще элиту, да, общество, истеблишмент немецкий, они все, у них есть консенсус, что помогать Украине необходимо до конца, в любом случае, и ни в коем случае нельзя пытаться говорить о том, чтобы как-то пытаться к чему-то Украину принуждать. Там речи не идет ни о принуждении к какому-то там компромиссу гнилому с Кремлем, который тем более невозможно, это понимают
немецкие политики, ни тем более какой-то там, не знаю, капитуляции, сдачи, все это ерунда. Немецкие власти и, как я уже сказал, крупнейшие партии против этого. Дякую вам за аналіз, тому що, знаєте, ми от сидимо в своїй бульбашці і дуже часто нам здається абсолютно інша реальність, ніж та, що відбувається. І от зсередини саме побачити, і, зокрема, якраз чому я запитувала про обговорення в пресі, тому що зрозуміло, що це якраз те, чим от живе, по суті, соціум, і від якого ми залежимо в тому числі. Дякую вам, Ігоре. Ігор Ейдман, журналіст та соціолог із Берліну, Федеративна Республіка Німеччина.